Ё-моё! Ё-моё, надо постоянно оборачиваться. Вот как? Как я это пройду? Добро пожаловать в игрушку FunVee Fragdoll The Game. С вами канал Дариди, это первый взгляд на игрулечку. В общем, у нас тут сложная полоса препятствий, которую мы должны будем пройти, ребятки. Она очень сложная, поэтому надеюсь на ваши лайки и комментарии. Вот эти оранжевые бегают, они хотят меня убить, ребятки. К ним лучше не попадаться, они тебя толкают и ты погибаешь. В общем, нельзя за них задевать. Вон они бегают уже за мной. Так, поднимаемся. Ребятки, я надеюсь на вашу максимальную активность, там лайки, комментарии, посты, это очень важно. Лестники все, смотрите, все больше и больше становится. А тут поменьше. Так. О, я очень боюсь высоты, ребятки, поэтому мне будет сложно. Отлично, это чекпоинт, видимо. Тут мостик, ребят, я не знал, смогу ли я добраться или нет. А, нормально, это простой мостик, я надеюсь, он не падает. Я надеюсь, он не падает. Вроде нормально. Ай, он падает! Я упал. Ладно, можем начать отсюда, потому что это чекпоинт. Не упади, пожалуйста. Да! Он опять упал. Так что ты будешь делать? Так, хорошо, мы, в принципе, знаем, что по центру, да, вроде можно идти. А вот тут в конце, давайте попробуем по правой стороне пройти. Нет, я боюсь. Давай прыгнем. Все нормально, мы прошли. Это одна из полос препятствий. Я не знаю, что будет дальше, но мы бежим. Мы бежим дальше. Тут какие-то серые... Серое помещение. Чекпоинт, отлично, чекпоинт. Ой-ой-ой, это очень острые треугольники. Так, прыжок, раз, два, я думаю, допрыгнем до туда, три. Что это? О, боже мой, это молотки! А чё они так быстро вращаются? Чё-то не страшно. Я так понимаю, я должен в стену врезаться. Давайте попробуем. Ю-ху! Да, стена рушится. Так, стену мы разрушили. Идем дальше. Чекпоинт. Нам нужно достать до чекпоинта. Отлично, чекпоинт есть. Прыгаем. Это... Боже мой, она взрывается, что ли? Капец. Так, понятно. Что здесь? А, я просто упал. Окей. Так, прыжок. А как сюда достать? Отлично. Это минки. Красные, это минки, я так понимаю. Нам нельзя на них наступать. Так, это рушится. Прыжок, отлично. Прыжок, не наступи. Так, я добрался. Нужно дойти до чекпоинта. Что тут происходит? А, вот он, чекпоинт. Боже мой. О, это стекло! Я погиб сразу же, я об стекло погиб. Ладно. А как тогда, надо прыгнуть? Да, все нормально. Ой-ой-ой, тут ракеты. Лазеры какие-то. Офигеть. Так, их можно обойти. Мой скин сливается с желтой вот этой краской. Я порой себя теряю. Хорошо, что у меня черные полоски есть. Так, а куда дальше? Я не понял. Ну-ка, может сюда? Да! У-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Ничего себе, ребятки! Всю карту можно обсмотреть. Я паду назад! Так, значит, нам надо сюда запрыгнуть на облака, ребят. Нам надо прыгнуть на облака. Давай попробуем. Ю-ху-ху-ху! Блин, я врезался, кажется. Окей. Нужно правильно рассчитать. Прыжок, высокий прыжок, 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 прыжок. Отлично! Чекпоинт, ребята, что это такое? Боже мой, нет! Хорошо, что у меня чекпоинт, я споткнулся и упал. А, если я ниже упаду, интересно. Давай попробуем ниже упасть. Давай, 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 давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. И куда, интересно, упаду? Так, ладно, давайте с чекпоинта начнем. Ну тут, в принципе, легко, я надеюсь. Просто прыгаем по облакам. Опять батут. О, пушка меня стреляет. Ю-ху! Ничего себе. Ничего себе мы прыгнули. Отлично. Так, что там дальше? А чекпоинт есть? А вон он чекпоинт, я вижу. Мы допрыгнем? Мы допрыгнем до туда? Я надеюсь, что допрыгнем. О, не допрыгнули, да ну нафиг. Мы не допрыгнули, ребята.
Нет. Так, окей, тут нормально все, в принципе. Тут прыжок раз. Прыжок два, батут. Батут второй. Йоху! А тут я не знаю, как надо разогнаться. А, вот, тут чекпоинт есть. Тут, оказывается, был чекпоинт. А, подожди, может... Что такое? Тут лазеры, ребята! Смотрите! Вау! Так, нужно аккуратно идти. Я рассыпался. Ладно, у меня с чекпоинта начинается. Лазеры сложно. Тут надо прыгать. Все, я понял. Прыжок. Прыжок. Надо запоминать. Примерно видеть, где они. А, это батут! Мы так не допрыгиваем, а через батут только сможем, да? Дверца открывается, чекпоинт еще один. Хорошо, что тут много чекпоинтов. А представьте себе, если бы не было чекпоинтов. Вот это было бы, конечно, жесть. Идем дальше. О, тут ракета. Я так понимаю, нам туда надо добраться, вот до этого желтого смайлика, да? Который похож на меня, только я улыбаюсь, а он нет. Ё-моё! Ё-моё, надо постоянно оборачиваться. Вот, как? Как я это пройду? Это невозможно пройти! Я не понимаю, как этим... Как молоток-то пройти? Сам вниз упал. Ю-ху. Так, ладно. Тут пока что понятно, но вот как молоток... А, блин, меня толкнули опять. О, бесит, 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 бесит. Меня опять толкнули! Почему я не могу встать? Почему я не могу встать? Ладно. Тут нельзя задевать за них. А как здесь пройти? Я не понимаю. А чё они так быстро движутся? Ю-ху, фига себе. Полетел. Я не знал, как молоты пройти. Это нереально. Это невозможно, ребята. Так, есть какая-то... Да ну нет, но они слишком быстрые. Это баг игры, что ли, какой-то? Ладно. Да блин! Ё-моё. А может быть, я могу что-то что-нибудь поставить? Я могу кубик поставить какой-нибудь? А, ну-ка, все, прошел. А, все, теперь нормально они вращаются. Теперь как положено. Это какой-то баг был, окей. Ю-ху! Еще один чекпоинт. Отлично. Отлично, ребят. Прошли этот момент. А, тут есть мостик. О, привет! Пока. Чё? Он чё, погиб, что ли? Кажется, да. Так, окей. Идем сюда. Не, не стоит, наверное, к нему подходить. Это какой-то магазинчик, да? А вон, я вижу батут. Мы почти что прошли. Два батут. Ю-ху-ху. Да, еще один чекпоинт, отлично. Нифига себе, как я высоко. Вот теперь молоты нормально вращаются. А то они как-то слишком быстро вращались. А все, это, наверное, все, финиш, ребята. Неужели мы прошли? Боже мой, что такое? Это работает. Давай на чекпоинт нажмем.
А чё, если я встану? Это минка, да? Да, это минка. Йоху, откинуло. И в самый-самый-самый низ. Па-бам. Ладно. Окей, я понял. Тут кубики падают. Еще один чекпоинт. Я не понимаю, почему так много чекпоинтов? И вот он, ребятки, мы дошли до сюда, до своего большого брата старшего. Надо сейчас встать на ту платформу, давайте попробуем. Да ё-моё. Йо-ху-ху! Во-во-во-во-во-во-во-во. А тут лазер, тут нужно поаккуратнее. А как? Подожди! А, все, надо... О-о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 ! Салют, ребятки! Нужно было, чтобы лазер... Нужно было сделать так, чтобы лазер минки разминировал. Ну что ж, мы прошли этот челлендж, ребят. Спасибо за лайки, за комментарии. Если вам игра понравится, еще будет много всяких разных челленджей. Давайте теперь дойдем и нажмем... Да, все, теперь точно. Теперь победа и салют в честь этого. Ну все, теперь можно встать на лазер, потому что, ну, мы выиграли. Йо-ху-ху! Всем пока, ребятки, до новых встреч и приключений. Подпишись на канал и нажми на колокольчик. Это очень важно.